Мюнхен — это совершенно удивительный город. Он со своей историей, со своей культурой, и он имеет особенную атмосферу. И самое приятное, что ты всегда в любое время суток, в любое время года можешь найти свое место, и где ты можешь наслаждаться, где ты можешь отдыхать и проводить время так, как тебе хочется. Ты именно отдыхаешь от работы. И куда бы ты ни пошел, на какую бы улицу ты ни зашел, ты всегда понимаешь, что ты всегда находишь в этом городе какие-то сказочные оттенки. И это очень приятно, это очень здорово, когда ты можешь совершенно отключиться от внешнего мира. Ну, наверное, в силу того, что я работаю в театре, то первым местом, наверное, была бы Национальная опера, потому что им бы пришлось со мной прийти в эту местность, потому что я все время провожу на работе. Но также я, наверное, думаю, что я бы их отвела бы на Изер, да, как правильно, на Изер, на всю эту местность, потому что это очень красивое место и какое-то атмосферное, очень сказочное такое. Ну, поскольку мы сейчас готовимся к премьере Анны Карениной, очень много времени уходит на репетиции и на продумывание роли. И в данный момент я не могу посетить музеи Мюнхена или места интересные для меня. Но в скором времени я очень надеюсь, что у меня выпадет такой шанс. Дома. Я думаю, что это место у реки Изер, рядом с моим домом. Я очень люблю проводить время там, когда у меня есть свободное время. Просто сидеть, читать книгу и наслаждаться природой. Мы принимаем гостей каких-либо, то от нас зависит все, чтобы им было комфортно здесь, чтобы они чувствовали себя хоть немножко, но как дома, чтобы мы смогли передать ту атмосферу и те ощущения, которые испытываем мы, чтобы, наверное, они увидели тот город или то место, куда они приезжают, глазами человека, кто здесь живет, кто знает культуру, знает места, которые он может им посоветовать, показать, и, начиная от кафе, заканчивая парками, театрами и так далее.